Согласно указу президента, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается во второе воскресенье октября. Но необыкновенный урожай в 500 000 тонн кукурузы и погодные условия заставили наших тружеников задержаться с празднованием. Я от всей души хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, пожелать вам всем здоровья, терпения, чтобы у вас хватало сил на эту нелегкую работу, чтобы погода давала вам возможность собирать хорошие урожаи. Здоровья вам! Спасибо за вашу большую-большую работу. Праздник получился ярким и насыщенным. Несколько раз на сцену поднимались лучшие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района, чтобы получить заслуженные награды. Но главной наградой послужило настоящее признание от самых непредвзятых потребителей их продукции. В этом году на поддержку сельского хозяйства из федерального и региональных бюджетов было выплачено 350 миллионов рублей. 49 тысяч гектар областных земель были снова введены в сельскохозяйственный оборот. И это в условиях постоянного давления со стороны желающих заработать на дорогой подмосковной земле. Очень трогательно и волнительно, что в Пушкинском районе наступил опять праздник, праздник села, где отмечены сегодня лучшие люди, передовики. Это говорит о том, что сельское хозяйство в Пушкинском районе есть, развивается и будет дальше развиваться.